для вас сегодня, и мотив у нас один. С 23-м вас поздравить очень-очень мы хотим. Поздравления вам дарим 23 февраля. Вы отважный капитан за штурвалом корабля. Вам желаем от души жить безбедно и без бед, счастья, радости, любви, долгих и прекрасных лет. А Валерий молодец, развивает Домотекс, сайт работает отлично и продажи там приличные. Стройка, техника, машины, наш Марат не знает толк, и ответственность нести за это профессиональный его долг. Николай веселый парень, как такого не поздравить, и с клиентом он пошутит, и товар ему отгрузит. Андрей, как истинный бобер, и глаз, и зуб его остер. Клиентов ищет каждый день, их развивать ему не лень. Игорь, ты у нас отличный спец, хороший продавец. Ты умеешь утрясти и не сбить себя с пути. Наш Сережа знает много-много, значит, больше всех. Он в любом вопросе дока, он на все нам даст ответ. Хоть кабины, хоть сифоны, все Сереже нипочем. И оратором, быть может, специалистом, плюс во всем. Мебель мы для ванных комнат производим много лет, но без Вити бы комфорт и вряд ли бы постиг успех. Витя чертит, Витя мерит, получается шедевр. На Мосбилде, несомненно, ожидает нас успех. Костя наш кабинохас собирает их на раз. После сборки все кабины продаются на ура. Александр парень чудный, смелый и решительный. Он пойдет в огонь, не глядя, справедливой цели ради. Анатолий, Анатолий, ох, заядлый он рыбак. Он в любую непогоду рыбной ловли очень рад. Красит, клеит и шпаклюет, и мозаику кладет. Плотник Саша на работе никогда не устает. А на складе-то у нас есть мужчина просто класс. Весь товар он просчитает и в машины загружает. И гонец он хоть куда, мы без Димы никуда. А Олег наш суперстар в коре продает товар. Ты большой специалист, можешь горы своротить. Василий Павлович кладовщик, вот хозяйственный мужик. Сразу весь насквозь он видит и всему ведет учет. Он и лишнего не выдаст, и чужого не возьмет. Все частушки перепели, да вот так мы хороши. Вы похлопайте дружнее, мы старались от души. Мы вас поздравляем, теперь немножко разомнемся.